Суд принял решение заморозить счета директора уральского филиала Росгранстроя. Борис Дудко, обвиняемый во взяточничестве, хранил деньги на счетах в банках, в том числе и в валюте. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал более 20 миллионов рублей чиновника. Напомним, сотрудники ФСБ задержали Борису Дудку в офисе филиала Росгранстроя. Его взяли с поличным при получении взятки в 1 миллион 100 тысяч рублей. Такую сумму подозреваемый якобы запросил за утверждение актов выполненных работ. Сейчас Борис Дудко находится под стражей. Кстати, накануне Центральный районный суд Челябинска наложил арест на квартиру руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы. Чиновника тоже обвиняют в получении взятки. Согласно материалам дела, от депутата деньги он получил не наличными, а в виде услуг – ремонта квартиры на сумму в 1,5 миллиона рублей. На эту элитную квартиру чиновника в центре города площадью 116 квадратных метров суд и наложил арест.